Кризисная финансовая ситуация сложилась в муниципальном предприятии «Водоканал». 63 делегата собрались сегодня на свою пресс-конференцию, чтобы найти пути выхода из денежного тупика. Зарплату рабочие за февраль получили только сегодня. Если так будет продолжаться дальше, то город может остаться без питьевой воды. Директор предприятия Валерий Мамотов считает, что ситуация на предприятии вполне управляема. Я не считаю, что у нас катастрофическая ситуация. Здесь у нас сегодня есть проблемы по выплате заработной платы. Но сегодня мы закончили выдачу за февраль. Где-то завтрашнего дня будем приступать уже к выдаче заработной платы за март месяц. Но все у нас участки работают, насосные станции, и в город подается вода. Ну вот говорят, что нет денег на приобретение специальных химических препаратов для очистки воды. Правда ли это? Это есть проблема, но мы решаем это.